Здорово. Здорово были. Как оно, ничего? Кегер дашь? Пока нет. Папаху будем забирать. Сейчас Сурику 1000 рублей отдам. За тебя. Зачем? Потому что папаху надо забрать. Потому что ты не должен был ее отдавать, Владимир Иванович. 100 рублей дашь? Зачем? За кофе. Да найдем. Давай. Ну пойдем попьем вместе. Я вообще-то на почту пришел. Мне надо посылки забрать. Пришли там мне. Мне. По рекламе там. Тебе тоже скоро сказали, пришлют. Чем занимался? Ел да спал. 100 рублей дашь? Ну? А ты ремень куда дел? Дома. Я думал, тоже куда-нибудь отдал. Нет. Брату, так что ли? Сейчас приведу, а? Сейчас, Владимир Иванович. Сейчас дам. Че, пойдем кофе попьем? А. Ну пойдете кофе попьете, блядь, что за закат? Ну надо, да, 100 рублей. Сейчас отдам, я переведу. А, спасибо. Пока вот так вот, Владимир Иванович, пока так. Там видно будет. Сейчас почта в 2 часа откроется, пойдем кофе попьем. Ты пойдешь со мной получать? А денег дашь? Из посылки. Да там нет денег в посылке. Мне деньги не присылают, Владимир Иванович. Тебе только толкают, мне не дают. Кофе заказывать? Ну, в центральном? Да. Ну пошли. Кофе попьем, потом придем на почту. Как раз 15 минут откроется. Обеденный перерыв.